Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России. О том, что решение будет официально утверждено на днях, сообщил агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По их информации, сегодня в Брюсселе совещались представители 28 государств, и на этой встрече достигнута договоренность оставить в силе ограничения в энергетической, финансовой и военной сферах до конца января 2017 года. Впрочем, как отмечает источник Reuters, свои возражения в последний момент может высказать французский парламент. Его верхняя палата недавно приняла резолюцию с призывом сделать режим санкций более мягким. Мнения французов разделяют еще в нескольких европейских столицах, так что по вопросу санкций в ЕС в последнее время все больше разногласий. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря о планах продлить ограничения, отметил, что в ближайшие полгода режим санкций может быть ослаблен.